Запахло весной, метелем огонь, хозяин седой, ворота открой. Запахло весной, пусть снимет рукой, знакомой травой. Вернусь я домой. Зашли в элитный дом. Эй! Ушли без меня. Ждем. Короче, каждому своему тут, короче, эти два лифта. Че, поехали? Да я не знаю, подожди, это ж на каком-то другом ехать надо. Давай, поехали. Ты же мало? Да. Пожалуйста. Селфи ты сделай. Да ну, селфи ж по-другому. Как? Да это на фоне зеркала надо. О. Так, ну блин, видишь, у тебя качество получше. Нам, наверное. Да. У нас 18. Музон такой. А где твои носки? Да снял, ну что жалко. Да что это? Стой. Почему мы стоим? Мы же должны на 18 подняться. Почти сказал, что ты... О, здесь уже снимаю. Ты же был тут. В Ютубе дело покажу. В этом лифте, давай селфи. Ну давай на зеркало. Посмотрим парашу. Так себе. Джакузи. Так, джакузи там. Джакузи там. Чё? Я тоже. Снова? Да, конечно, Игорь. На память. На память, на. Отошел? А? Отсюда. И отсюда прям чётенько вот так всё видно, видите? А, короче, а, ты сфоткался? Да, чётко. А где? А ну-ка встань, ты сфотографируешь. Я потом тебе передам. Нормально. А тут что у нас? А, джакузи, тут джакузи.
Ну да, ты будешь сфоткаться, когда перка вся хуйня, бокальчик пивка стоит. Гавану какую-нибудь, да? Ну, это пиздец, блин. И его, Ивану показать, да? Вид, конечно, охуительный. Слышишь, а показать когда? Когда домой будешь уезжать. Смотри, да? Вот, ребята, какой видос. Блять, холодно на улице. И высоко, блядь. Как живут, да? Это башня на Кутузов, которую я знаю. Это свечка отдальная стоит. Хера себе такой. Ребята тут готовятся к ремонту. Телевизор. И еще одна комната. Ну, тут нечего смотреть. This is a night to remember. It's burning hot in December. You make me surrender. I follow you out on the floor. Rock with me now to the tempo. Ahora es el momento. My body's your tempo. No muy caliente amor. Небосне, а наяву повстречал я тебя без сонотворений. То ли на счастье, а то ли на беду, кружит голову весноцветенье, лесошум и пение соловья. Ивану кучу. Хуяло, блин. Сверкающе. Ну что, тут уже другая квартира, на Никулинской. Никулинская, метро Юго-Западная, кто не в курсе. О, тут пара все. Щиток. Это что такое? Слаботочно, да? Антенн. А, тут как стены будут. Кому интересно? Потолки, что там снова? Вечный мембрин натяжной. Тут одежда, ребят. Откроем чуть-чуть окошко. Вот. И смотрим. Красота.
чужие. Ну, это так. О, Иван. Чё ты, блядь? Дай я сфоткать. Стой так. Стой так. А кто на себе? Бригада Распава. А кто на себе? А? Кто на Сибирь уехал? Витя поехал. В Сибири, что ли? Да. Я? А, потом ваши. А чё там? Чё там? А, он умел уже это. Ну, металлом. А, на кой Козне пан паук хохляется, да? Я попробую. Козне тоже Козне. Да? Козне? Козне. Козне. Ворота будут делать или что? Ну, всякое. Он заказывает. А где в Сибири именно? Короче, он сюда едет, разносит что-то отсюда в И все, больше у Иванова не работает, только ты что-то, да? Да. А ты почему не уехал в Европу? Куда? В Европу. Давай посмотри еще раз. Не, просто если все ушли, значит у них работа есть. Я здесь не помню. И ты уже с ними же работаешь, да? Да. Да мы на этом. Я 8 месяцев не был. Я приехал 24 дня. А. Нормально. А вы где? Нажимай. Я посмотрю, о чем ты говоришь. Ах, хуй. Кнопочки, мопочки. Нету никого. И такой бардак. Я в шоке, блин. Нажимаем. Поднимаем. И рассматриваем. Пришли здесь обклеить скотч. О, бля, кухня. Ну, короче, красивая кухня.
Ну такой бардак, ребята. Это пиздец. Это писец. Так, чувак начал плитку клеить. Без крестиков. Добрый пол. Наклеил, поклеить. Ну, как вам плитка? Где косяки? Вот он косяк. Вот он косяк. Вот он косяк. Вот он косяк. Еще как? Она свежая? Она свежая, смол, болтается. Ну, криво, бля, пиздец. Да. Одно выше, одно ниже. Одна вот ни шова, ни хуёва никакого. Вот тут еще одна комната. Ну, сейчас будем клеить. Краски какие-то. А вот это наша квартира. А так, ребята, чтобы вы поняли. Вот кухня, да. Комната. И заходим, заходим. И тут у нас что? Туалет, да? И опять в комнату через туалет. Это, оказывается, детская у нас. Детская, да, тут? Прикольно, да? Через туалет, через ванну. И нате. Мама, я хочу в школу. Нет, да, я посру, и ты выйдешь в школу. Ха-ха-ха. Смешно. О, черная бухгалтерия. Там написано, насрать. Сталик, Сталик, спрос, маникюр. Это же украинский номер. Плюс 380. Ха-ха-ха. Опять хахло здесь. Это видел тут проект. Вот примерно как. Ну не наша, это его. Вообще все. Коридор как. Кухня. С разных углов. Ничего нового. Те же самые, те же проекты, ничего. Тут есть плитка. Мадин ЕУ. ЕУЕ. АУЕ. Вида конкретного тут никакого. Школа. Ну, что там? Такое сильно, что оно все тут покоцано. Да? Тут нормально. А там зашлифовано. Лоскумба? Моя девочка, айку.